Закон для расправы с неугодными. В интернете сегодня появились фотографии с любопытной перепиской. После принятия закона о языковых квотах в телеэфире нардеп Игорь Артюшенко, лидер партии ППП «Солидарность» в Запорожской области, член антикоррупционного комитета Верховной Рады, обсуждает открывшиеся возможности с начальником департамента культуры Запорожской облгосадминистрации. Судя по заснятому журналистам и диалогу, нардеп и чиновник предвкушают, как закроют телеканалы под предлогом несоблюдения квот. Мол, нарушения стопроцентно найдутся, ведь контроль за соблюдением закона тоже в их руках.